Сочинскую избирательную комиссию на сегодняшний день документы на регистрацию подали 5 кандидатов. Трое от избирательного объединения «Коммунисты России», один кандидат от партии КПРФ и один самовыдвиженец. В поддержку своего выдвижения и в качестве основания для регистрации кандидаты в депутаты Законодательного собрания Краснодарского края должны предоставить подписи избирателей. Для политических партий необходимо собрать более 20 тысяч подписей. Для кандидатов одномандатников в Сочинском округе 3474. В окружной избирательной комиссии создана рабочая группа по проверке подписных листов. Каждая подпись будет проверена на действительность. Это означает, что проверке подлежат фамилия, имя, отчество, дата рождения, паспортные данные, которые проставлены в подписных листах, адреса. В состав рабочей группы вошли как специалисты избирательной комиссии, так и специалисты различных органов государственной власти. Первоначально проверка проводится при помощи государственной автоматизированной системы ГАЗ-выборы. Затем в случае необходимости обращаемся в органы регистрационного учета для того, чтобы окончательно завершить проверку подписей избирателей. На территории Сочи образовано 3 одномандатных избирательных округа – Морской, Сочинский и Курортный. Прием документов от кандидатов там завершается в 18 часов 26 июля. К слову, в этом году выборы проводятся по обновленному избирательному законодательству. Количество избираемых депутатов сокращено со 100 до 70. Сами же выборы депутатов ЗСК Краснодарского края пройдут в единый день голосования – 10 сентября.